Зять в гостях у тещи ест суп. Спустя некоторое время спрашивает. «Мама, а что это насекомое делает в моем супе?» «Оно молится». «Вы что, издеваетесь? Я не буду это есть». Вот видишь, его молитва была услышана. Около полуночи Вася вдруг срывается со стула в баре и, одеваясь на ходу, бежит к выходу. Собутыльник у него спрашивает. «Куда ты летишь, словно сумасшедший?» «В театр». «Сейчас? В полночь?» «Да-да, именно сейчас моя жена заедет за мной после окончания спектакля». На приеме у врача. «Ну что, пациент, вы действительно страдаете нерешительностью?» «И да, и нет, доктор». Продавец покупательницы. «Софочка, берите, берите эту шляпку, не пожалеете. Это последний крик моды». «Предпоследний». «Не понял». «Что тут понимать? Последний будет у моего мужа, когда он узнает, сколько она стоит». Мужик остановился в гостинице провинциального городка. Вечером спускается в холл и спрашивает у портье. «Ну что, дружок, у вас тут ночная жизнь есть?» «Есть, только у нее сегодня зубы болят». Гинеколог осматривает негритянку. Тут заходит его друг и говорит. «Вася, можно зайти?» «Проходи, не стесняйся». «Вася, а покажи мне, где ты вчера тот классный коньяк купил?» Гинеколог, не прекращая работы. «Сначала выходишь на проспект, потом сразу направо, затем на втором перекрестке налево. Упираешься в клумбу, потом вокруг нее». Тут негритянка расставляет ноги пошире и раздается сдавленный стон. Гинеколог поднимает взгляд к пациентке и спрашивает. «Вам плохо?» «А? Нет. Пожалуйста, еще раз вокруг клумбы».